Но зато, смотрите, передача Митчелла на Порядина. И Порядин забивает свой четвертый гол в этом чемпионате. А «Нефтехимик» открывает счет в матче. Отбрасывает шайбу Захарчук. Здесь ее подобрал. Ну вот момент, и первый гол. Ну и здорово получилось на самом деле. И гол! 1-1. «Нефтехимик» сравнивает счет в этом матче. Павел Порядин принимает поздравления. Быстрая атака «Нефтехимика». Порядин, ух, как здорово сделал все Павел Порядин. И вновь сравнивает счет в этом матче 24 номер. Расположились сразу нижнекамцы. Бросок и гол. И гол сразу же нижнекамцы реализуют это большинство. Райан Мерфи бросал. Но, возможно, было подправление. И здесь Порядин добавит ногами, уйдет от соперника и забросит третью шайбу в сегодняшнем матче. Бросок и гол. Вот такой вот хитрый гол забивает Павел Порядин. Он, похоже, бросил в спину или даже в обратную сторону щитка.